Здравствуйте! В этом видео речь пойдет о подгузниках трусиков «Кораблик». Вот такие трусики. Кстати, размер 4, 8, 13 килограммов, 44 штучки. Вот такие трусики. Дизайн у них нормальный, необычный. Сзади есть липучка, чтобы потом удобно было подгузник выкидывать. Сам по себе подгузник, он чем-то вначале пах, но когда открываешь упаковку подгузников, то запах выветривается в течение там дня, 2-3 дней запаха у вас не будет. Запах неприятный, но он, в принципе, выветривается. Так, теперь давайте пройдемся по трусикам. Что же нам хотел сказать производитель? Что же есть у этих трусиков? Суперэластичные, мягкие, как хлопок, боковые резиночки. Вот резиночки. Они мягкие, мне понравились. Мягкие, хорошо тянутся, легко тянутся. Ребенку в этих подгузниках ничего не натирает. В этом плане все очень даже хорошо. У подгузника высокая посадка, что тоже неплохо для подгузников. Вот смотрите, спереди есть резиночка. Вот я вывернула подгузник. Это сзади вот резиночка небольшая для более комфортного облегания тела ребенка. И спереди резиночка. Они мягонькие, ничего ребенку не натирает. Так, мягкие барьеры для защиты от протекания. Барьеры есть. В принципе, нормальные. Утилизированный ярлычок. Это липучка. Дышащие. Насчет дышащего я не знаю. Попка у ребенка все-таки в них мокренькая. Когда еще вот только-только ребенок написал, а подгузник еще не успел все впитать, то попочка, конечно, мокренькая. Так, испытывала я эти подгузники, когда ребенку было где-то, наверное, 11 килограммов. На 11 килограммов они мне понравились, очень даже нормально себя вели. А вот когда ребенок приближался к весу 13 килограммов, тут уже начались протекания, но не сразу, то есть не с первого подписа. С подписа, может быть, иногда со второго даже. Но, в принципе, подгузник в себя впитывал много. Пачку таких подгузников я покупаю не первый раз, как бюджетный вариант на день, не на ночь. Потому что трусики у всех производителей меньше впитывают, чем аналогичные подгузники. А так на пару часов, на 2-3 часа, редко на 4 часа эти подгузники очень неплохо себя ведут. Что касается жидкого стула и делов по-большому, подгузник у нас не протекал. Не было замечено такого. Но если у ребенка большой вес уже к 13 килограммов, то я думаю, такое все-таки может быть. В целом подгузник трусики неплохой, его я уже, как сказала, покупаю иногда. Если всякие идут акции, скидки на такие трусики, то покупать однозначно стоит. Своих денег подгузник оправдывает. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, это видео было вам полезным. Всем пока!